ребятушки, только что сказала, что не будет дождя, и сразу дождь пошел. Вот, но мы будем постепенно спускаться. Я и так уже там две статуи рассмотрела. Говорю, что если я сейчас начну вообще каждую статую рассматривать на предмет того, как я это делаю, я отсюда вообще не выйду. Я буду, ребятушки, по-быстрому на предмет нашей темы, на предмет нашей темы, так что вы не обессудьте. Потому что, в общем-то, очень-очень все классно. Во-первых, посмотрите с другой стороны, что это абсолютно как-то не все равно вот не эстетично, а больше именно технично. Вы понимаете? Вот люди этого не видят, что ли? Это же больше вот технично все как бы. То есть какие-то конкретные действия показать. Ну, я не знаю, как это объяснить, но люди, которые со мной в теме, может, поймут. Вот что-то там за рыжие камни, да? Просто невероятно это. Вот каскад, он, ребятушки, очень сильно манит. Манит, да. Вот, посмотрите, опять наши вибрации пошли, да? Ой, какие же собачка-то интересная тоже, да? Там у нее крючки. Ну, крючки это наши, наши, это чугун, господи. Наш чугун это. Посмотрите, какой. Посмотрите, какой он. Смотрите, здесь это все каменное, ребята. Вот это жилы, это все каменное, а не растение. Понимаете? Видите? А, как там? Я буду переводить постоянно. Жалко, нет солнца. Но, с другой стороны, может быть, при солнце я бы не смогла. Вы посмотрите, какой, какая сложность, да? Какой желобок, да, вообще? Просто. И вот это будет идти до низу, да, посмотрите. Я-то восхищаюсь. Ой, какие тут волны. А какие тут жижи. Ой, какая прелесть. А собачки-то какие прелести, да? Это невероятно, невероятно. Сейчас, что я снимаю? Посмотрите, какой гранит. Такой мы уже где-то видели. По-моему, когда мы с Фабио снимали гидроэлектростанцию. Смотрите, просто волны. Просто идет волна, да, видите? Вот зачем бы такой, да? Зачем бы такой гранит? Там тоже, посмотрите, да, внутри идет, видите, штуки? Отростки. Это вообще чугун там, ребята. Тут наша вышка, тут наша вот. Тут опять собака тут. Тут такие волосы, да? Невероятно, смотрите, да? Это чугун огромный. Посмотрите, как лапы, да? Ой, а какие рыбы! Обалдеть! Рыбки, они хотят, чтобы я их покормила. А у меня нет ничего, блин. Масленько. Они так жирненькие, да? Не, вы посмотрите, какой чугунные вот эти вот. И лапы у них, видите, они прям лапы трусят. Зацепляются, посмотрите. Обалдеть, да, это им нужно обязательно скрывать водой. Это вообще невероятная система чугуна. Невероятно, ребята. Просто. И тут все жижи, видите? Просто. Что это? Это просто невероятное явление. Явление. Явление в фигурном катании, да? Ой, а посмотрите там, какой он. Там какие-то как будто яйца, ребята. Посмотрите, да? Что это вообще? Посмотрите, там какие-то как клетки, как яйца. Вы видите на дне? Обалдеть. Я-то хочу, блин, сделать вам короткое видео. Вот этого... Сейчас посмотрим. Посмотрю, если там есть такой волнистый, то сделаю здесь. Да, да, да. Да, этот мрамор, он везде волнистый. Посмотрите, и как обычно наше это, да, смотрите. Ну все, все.
все как всегда, да? Вы посмотрите, опять синусоидная волна, какой же гранит. Не, ну дно-то странное. Смотрите, оно там кушает, видите, оно рыбка там кушает, да? То есть все у них тут чики-пики, у них тут дружба вообще. Дружба, жвачка, ну какой там странный, ребята, этот пол, дно. А вы знаете, когда вот есть фотки, да, где, когда солнце, она вообще просто невероятно голубая вода. Просто такая вот кирушка там бы просто охала-яхала. Посмотрите, опять идет, да? Опять идет этот вот гранит этот. Я так думаю, он сейчас будет дальше идти, но посмотрите, синусоидная волна вообще. Просто. Мне только сейчас зашли, а я уже вниз иду. Ой, похоже, здесь все жизненно, да, видите? Видите, как он сильно даже вырастает, да? О, вообще. Не знаю, вот у вас вот вопрос, а у меня просто только подтверждение того, что все, как мы говорим, никакие ни великаны, ни пик маленький там, никакие ни человеки, никакие цивилизации. А все, она родная, все это программирует и растет. Вот. Ой, посмотрите, какой, да? Так, сейчас какой-то момент я сделаю, блин. Потому что, ну, смотрю, что здесь, посмотрите, все, так же, как и везде. Так же, как и везде. Синусоидная волна. Это невероятно просто, ребята, невероятный мрамор. Это вообще невероятно. И чугуна, да, которого вот нельзя снять. А вот у этого листика, посмотрите, тоже, да, где вот изгиб, да, посмотрите. Такая вибрация, да? Но это бы вот человек не стал бы вот такую мелкую делать, не стал бы просто. Вот так это все. Каждую детальку. И вот эта вот чугунная фигня, вы посмотрите, какая она огромная. Там еще, наверное, лампа или что, я не знаю. Нет, ну это наша, чисто наша вот. Скорее всего, это подсветки, что ли. Но это наша чугун, все равно. Но она подсвечивает, чтобы этот, все, это как, видите, это получается, как это, полоса какая-то, да, такая, типа, взлетная, ну, мол, как бы. Вот. Чтобы все светилось туда, на рейджу, на эту. Вот. Видите, посмотрите, все, просто. Такая же. То есть здесь гранит, да, мрамор такой, да, красный. А тут все в жизни, видите. И вот через какие-то она... Через какие-то она отверстия, да, вот эти, да? Смотрите, поклейка, да, смотрите, поклейка. Ну что? Как волосы, видите, да, вот. Ну какая старушка. Ой, какая рыбка-то красивая, она прямо цветами переливается. Так, дойду, не дойду я до следующего фонтана. Вот, смотрите, да? Смотрите. Какой синусоидный. Так, ну все, это уже буду идти вот быстрее, пока 10 минут не будет. И тут здесь все по одной рыбке, видите? И тут тоже одна, да? Огромнейшая. Скорее всего, они как-то, может, смогут переплывать, не знаю. Да хотя, да, могут же упасть вот через пороги. Опять же, вот сальмоны же прыгают, да, через пороги именно, когда ей нужно вот нерест делать. Это просто невероятное творение, считаю, вот эти синусоидные волны. Ой, вы видите, такая вырисовывается картина, да? По идее, надо на середине встать, да? Будет ровно. Ой, какая здесь жижа, да? Просто.
Да. Так, сколько у меня? 10 минут. Вот сейчас можно будет синусоидную волну. Видите? Сейчас я сделаю 2 коротких видео. Сделаю синусоидную волну из мрамора. Вот. Видите, да, вообще? Гребешки, да? Как волны такие. И парк уже, видите как? Посмотрите, да? Смотрите, какой красавчик. Ой-ой-ой-ой-ой. Невероятно. Да, я сейчас пойду в барчик схожу и возьму и там покушать. Потому что, по-моему, я сейчас просто упаду. Так, ну как только будет 12 минут, я сделаю вам сразу короткое видео. То сейчас там другое будет уже. Сейчас будет другой там фонтан, но может быть это будет все одинаково. Вот видите, опять же, все везде идет технически именно красиво, понимаете? Именно что все, это геометрия наши, все наши листья, наши там, ну все, линии, вибрации, вот. Так, ну ладно, давайте тогда я сделаю короткое видео и пойду дальше. То есть уже можно понять, вы уже понимаете, что вот уже вырисовывается. Я вот сейчас вот до второго фонтана не буду, ребятушки, снимать, а то получится одно и то же, понимаете? Вот, я сейчас сделаю короткое видео по синусоидной волне. Пока-пока.